Главным результатом сентябрьских выборов должно стать сохранение курса на развитие, считает губернатор. Как не раз отмечал на встречах с общественностью Владимир Якушев, в Тюменской области хватает целевых программ. Нет необходимости придумывать новые, даже в азарте агитационной кампании. Обещания политиков не должны быть пустыми словами. По мнению главы региона, кандидаты, независимо от партийной принадлежности, должны сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса и привлечении в экономику новых инвестиций. Любая избирательная кампания, как ты того не хочешь, это твоя точка зрения на происходящее сегодня и на то, что будет происходить в будущем. Я могу сказать, что то, что я говорил 5 лет назад, в 2011 году, ни за один подраздел, вот, в котором шла речь, мне сегодня не стыдно. То есть по всем направлениям, о чем мы беседовали, мы продвинулись достаточно серьезно.